PCP-винтовка Дубрава Чекан с колбой 4 версии. Поставляется с инструкцией и сертификатом. Интернет-магазин «Попади в десятку». Модель имеет классическую компоновку. Ее ложе сделано из дерева, ореха. На деревянном тыльнике приклада есть рифление для лучшего сцепления с плечом стрелка. Подщечник здесь можно регулировать по высоте. На рукояти есть подпальцевые выемки. Предохранитель в виде кнопки установлен в спусковом крючке. Ложа винтовки симметрична, и пользоваться ей можно как с левой, так и с правой руки. Прицелы устанавливаются на металлическую планку вивера. И установить сюда можно довольно крупные экземпляры. Ресивер здесь выполнен в виде колбы и рассчитан на целых 480 кубических сантиметров. На конце нарезного ствола установлен работающий саунд-модератор, имеющий сепараторы. Общая длина этой винтовки 980 мм, а длина ее ствола 580. Крепление так называемого антибздуна здесь удобное и находится под рукой. Эта модель, как и другие винтовки Дубрава, производится в России. Манометр здесь находится на левой стороне корпуса. Весит винтовка 3 кг и 600 граммов. Заправочный штуцер здесь находится на цевье снизу и утоплен в него. Рычаг затвора находится на правой стороне корпуса. Пули подаются с лотка одиночного заряжания. Эта модель выполнена в калибре 5,5 мм. Эта винтовка, как и любые другие в нашем магазине, не является огнестрельным оружием, и купить ее может любой совершеннолетний гражданин. При желании для этой модели вы можете дополнительно докупить 9-зарядный магазин. Пневматика – охолощенное оружие. Самооборона – луки, арбалеты и ножи. В магазине «Попади в десятку». Подписывайтесь на наш YouTube-канал и страницу ВКонтакте.